Всем привет! Сегодня хочу приготовить вот такие две куриные ноги. Ну, они разрезаны пополам. Приготовлю, запеку в духовке в мешке. Для этого возьмем, натрем чесноком, выдавим чесночницей, натрем чесноком кусочки курицы. Посолим. Немножко поперчим. Можно заправить сметаной или майонезом. Но в данном случае у меня есть майонез, я заправлю майонезом. И теперь все это натрем, так сказать. И тем временем возьмем пакет одноразовый для запекания. Ну и отрежем необходимую нам часть, чтобы вместились. Внутри пакета, тут не видно, но есть такая ленточка для завязки. Вот она. Вот такая вот ленточка. Ее разрезаем на две части, потому что нам надо зарезать будет тут. Но пакет с двух сторон. И одну сторону мы предварительно сразу завяжем. Ну что-то типа такого. Завязывать надо достаточно плотно, тут замотать, чтобы образовывающийся соус при выпекании не вытекал наружу. Далее мы вкладываем сюда наши кусочки курицы, наполняем и завязываем точно так же с обратной стороны. Конечно, в мешке лучше выпекать курицу целиком. Получается такой оригинальный свой вкус, наверное, знакомый всем с детства, с различных торжеств. Я так подробно рассказываю о пакете именно для людей, наверное, впервые столкнувшихся с выпеканием в пакетах, ну, для мужчин-холостяков. Выпекать мы будем в духовом шкафу фирмы Bosch, модель серии HB. Для этого мы поместим решетку в положение 2. Вниз поместим для возможного сбора вытекающего соуса, ну, для подстраховки на нижнюю, на первую позицию, поместим такой вот поддон. Есть такая вот инструкция к духовому шкафу. Здесь мы видим, что разделанную курицу мы помещаем на решетку, как видим, на положение высоты 2. Включаем режим с конвекцией и верхний подогрев. Температура 200-220 градусов. Время готовки 30-40 минут. Выбираем верхний подогрев с конвекцией. Только верхний подогрев. Время готовки выбираем 40 минут. Таймер. Выбираем температуру.
где-то положение 220. Пошел отсчитывать таймер через 39 с копейками, минутами, секундами. Прозвучит звуковой сигнал, извещающий о готовности нашего блюда. Так, курочка приготовилась, пора ее отключать. Вот мы ее извлекли из духового шкафа. А вот она горячая, еще жаром пышащая. Такая получилась. Но в качестве гарнира можно, как я считаю, можно использовать белый гарнир. Это я отношу к хлебным таким. Макароны, рис, ну и картофель, как угодно там такой. Или целые бульбинами этими. Или пюре. Вот так выглядит скромный холостяцкий завтрак. На этом большое спасибо за внимание. Я, конечно, сейчас попробую. С аппетитом все это съем. До новых кулинарных рецептов!